Благотворительная выставка собак и кошек из приютов «Хочу домой» пройдет в Доме офицеров 5 октября. Начало акции в 11 часов. В ней примут участие более 50 животных, которые ищут заботливых хозяев. Любого из них можно будет забрать бесплатно по договору ответственного содержания. Для его заключения при себе необходимо иметь паспорт. Об этом рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.